Я начал курить, будучи в армии. Курил я 28 лет. С небольшими перерывами лишь на тот момент, когда я пытался бросить. Я использовал всевозможные пластыри от курения, всевозможные жевательные резинки. Никакого эффекта от них не было. Единственное, что я заметил, что с каждым разом, когда я бросал курить, мой организм требовал все больше и больше никотина. Поэтому в день у меня стало выходить более 2 пачек. Естественно, появлялась одышка, душил кашель, головокружение. Бывало, что даже тошнило. Нужно было принимать какое-то решение, потому что дальше уже невозможно было так жить. Это было утро, я встал, щелкнул выключателем чайника. На рука моя не потянулась к пачке сигарет. В этот момент я решил для себя, что я больше никогда не буду курить. И с тех пор я ни разу не курил. Единственное, что я жалею, что не сделал это раньше. Что могу посоветовать другим курильщикам? Я думаю, ребята, у вас есть сила воли. Бросайте курить.